Веселая нотка – это программа всестороннего развития для дошколят. Сюда входят занятия по математике, развитие речи, ритмика, музыка, а также рисование, аппликация и лепка. В Центр детского творчества «Импульс» на занятия объединения «Веселая нотка» ребята приходят 4 раза в неделю. Старшей возрастной группе сегодня предстоит раскрашивать собственноручно сделанную из глины скульптуру. Какая особенность императорского пингвина? Клюв его длиной 8 сантиметров. Это очень приличный клювик. Голова у него черная, на клювике есть полосочка оранжевого цвета. На шейке у него оранжевое ожерелье. Голова черная, а спинка серая. Вот сегодня мы с вами будем акриловыми красками аккуратно раскрашивать нашу мини-скульптуру. Ребята очень стараются, ведь на поделку потрачено уже немало времени. Сначала мы делали подставку, потом мы делали бугорки. На нем. Потом мы делали самого пингвина. Клюв. Потом уже сделали крылья, лапки и хвост. Если что-то не получается, педагог всегда готова прийти на помощь. Аккуратненько. На свои льдинки не заходим. Так, хорошо. Теперь давай вот так повернем. Вот с этой стороны. Сложно тебе было вот такого пингвинчика сделать сегодня? Да. Сложно? А чё, почему сложно было? Лепить сложно было или раскрашивать? Лепить. Лепить, да? А раскрашивать не сложно? Нет? Мария Пчелкина ведет у детей занятия по лепке, живописи и аппликации, а также преподает дошколятам основы математики. На аппликации мы работаем с разными материалами, тканями. На лепке мы лепим из глины, из пластилина, делаем пластилинографию, налепы, барельефы. Также мы занимаемся, вот сегодня вы видели, малой скульптурой, которую дети от самого начала делают до конца сами, осваивая полностью весь процесс. Веселые нотки занимаются ребята от 3 до 6 лет, которые не посещают детский сад. У них по 2 занятия в день. Одно посвящено творчеству, другое – более серьезным дисциплинам – математике, развитию речи, музыке или ритмике. Они играют на музыкальных инструментах, они изучают песни, они изучают композиторов, и также они там поют и танцуют. Каждому предмету отдельное внимание уделяется. Ребенок может полноценно войти в этот предмет, его понять, освоить и понять, что в дальнейшем ему близко. Такие занятия позволяют подготовить детей к школе и развить их творческие способности. Да и самим ребятам очень нравится. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.